Отечественный бизнес продолжит адаптироваться к новым реалиям и даже набирает новые обороты. На сегодняшний день в России зарегистрировано более 6 миллионов малых и средних предприятий. С начала 2023 года стало на 42% больше индивидуальных предпринимателей и самозанятых. А в настоящее время все больше людей задумываются о создании своего бизнеса. Какая обстановка для предпринимателей складывается в Тверской области, об этом в сюжете нашего корреспондента Анастасии Бучок. Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей совместно с Институтом экономики роста имени Столыпина не в первый раз проводит федеральное исследование индекс административного давления. В 2023 году в нашем регионе наблюдается положительная динамика. Во по всероссийском рейтинге мы переместились с 55-го места на 51-е. Впрочем, тут, как говорится, еще есть над чем работать. Существуют три показателя этого рейтинга: доля предупреждений от общего числа наказаний, доля проверенных субъектов по надзорных Организациях и доля профилактических мероприятий от общего числа контрольно-надзорных и профилактических мероприятий. Что касается Тверской области, то лучше, чем в среднем по России, показатели по Роструду, Роздравнадзору и Ростехнадзору. Ну и в целом картина складывается такая, что показатели Тверской области по контрольно-надзорным органам, они стали ближе к среднероссийским. Динамика по всем трем показателям улучшается, то есть предупреждений становится больше, проверок становится меньше, профилактических визитов также становится больше региональный бизнес. Омбудсмен с удовлетворением отмечает, что в Тверской области сократилось количество контрольно-надзорных мероприятий. По итогам 2022 года их было даже меньше, чем проверок в 2021 году, что позитивно воспринимается предпринимательским сообществом анализировали цифры 2022 года, что случилось с проверками, потому что значительная часть жалоб, и обращений предпринимателей связана с контрольно-надзорной деятельностью. А во второй части уже природоохранный блок с коллегами из Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры и Россельхознадзором, Росприроднадзором, другими им поднадзорными органами государственной власти, мы смотрим, как они научились профилактировать как часто применять предупреждения вместо штрафных санкций. Как мы видим, все больше и больше положительных тенденций наблюдается в сфере предпринимательства, и этому активно содействуют власти. Например, в 2023 году появилось несколько новых госпрограмм поддержки малого бизнеса, и о них мы обязательно расскажем в наших следующих выпусках.